Этого очаровательного и привлекательного малыша зовут Сережа. Ему 10 месяцев. Мальчик любит общение как со взрослыми, так и с детьми. Сережа жизнерадостный и веселый ребенок. Он очень подвижный, много ползает, хорошо сидит, научился вставать и с удовольствием и подолгу ходит, но пока еще с поддержкой взрослого. Это очень активный мальчик, любит общение, требует его, уже интересуется игрушками и проявляет любознательность. Очень контактный, доброжелательный. Сережа внимательный ребенок, замечает все новое и яркое. Новую игрушку, цветок на окне, очень любит красочные книжки. Малыш нуждается во внимании взрослых, ему нужен особый уход по состоянию здоровья. Если вы хотите стать родителями этого очаровательного мальчика, обращайтесь в отдел опеки и попечительства нашего города, который находится по адресу: улица Некрасова, 66, кабинет 301. Телефон 32 35 36.